Как вы думаете, с чего начинается авиация? С самолетного крыла? Стабилизатора? Самолета целиком? А может быть, с бескрайнего летного поля? Нет, она начинается с человека. С его безудержной мечты. Той мечты, которая, на первый взгляд, граничит с сумасшествием. С мечты летать. Мечта людей отражена в мифах Древней Греции, а также в древнеиндийском эпосе. Свои первые попытки полета люди стали осуществлять, подражая птицам. И они начали создавать крылья из перьев и воска. Имеются исторические факты о том, что даже в 17 веке люди создавали крылья и спрыгивали с высоких башен. Естественно, в результате таких попыток испытатели получали травмы или разбивались насмерть. Итак, мы начинаем свое знакомство с историей авиации и будем говорить о мечте. Мечте человечества летать, о создании летательных аппаратов, ну и, конечно же, о самих полетах. Итак, первые факты полета человека, с чего все начиналось. В 6 веке нашей эры в Китае человека в качестве наказания привязывали к бумажным змеям и отпускали в полет. В 9 веке в Саудовской Аравии был осуществлен первый управляемый полет на дельтаплане. Еще со школьной скамьи мы знаем, что в 15 веке Леонардо да Винчи свою мечту о полете выразил в нескольких проектах, которые, к сожалению, он так и не смог реализовать. Только в конце 18 века в Европе стали задумываться о первых серьезных попытках полета. В первой половине 19 века в Европе и США стали усовершенствовать воздушные шары, заполненные горячим воздухом. На этом сделаем паузу. В дальнейшем нас ждет разговор о китайских воздушных шарах и воздушных змеях, парашютах и планерах Испании и Англии, о воздушных аппаратах Европейского Возрождения и Османской империи. Мы будем говорить, с чего все начиналось, об истории воздухоплавания, о развитии авиации в 19 веке, об эре пионеров начала 20-го столетия, о создании вертолета и гидросамолета, о золотом веке самолетостроения, развитие авиации в 20 и 21 веке, о поиске альтернативных видов топлива. Ну как, заинтересовались? Тогда до новых встреч!